Всем привет! С вами Дарья Эдрей, и мы сегодня смотрим на игру «Триллер, детектив, Вирджиния». Ребятки, я выпускаю эту игру в рубрике «Обзоры и мнения» для того, чтобы вы решили, будем ли мы ее проходить на канале или нет. Она свежая, новая, вышла 22 сентября, насколько я помню. А мы сегодня только посмотрим начало. Давайте же поиграем. Разыскивается Лукас. Ого. Так можно наклонять. Смотри. Здорово. ФБР. В этой игре нет озвучки. Есть только перевод текста. Мы будем наблюдать. Пропал ребенок. Детектив выясняет все обстоятельства случившегося. Мы можем только догадываться, о чем они разговаривают. Родители, убитые горем, полицейские. Посмотрите только на этого парня, он опечален. Опечален произошедшим. Я не знаю. А, мы можем ходить. Мы можем ходить, ребята, пока они общаются, разговаривают. Мы можем осмотреть, наверное, эту комнату. Посмотрите, слушай, очень-очень необычно. Мне нравится, как камера поворачивается. Я могу так, оп, и я не знаю, она как бы как в реальности. Может быть, эта игра слишком нарисована, скажем так. Но вот как я верчусь, как я смотрю на этот мир. Блин, слушай, как своими глазами. И это не может не радовать. Это, мне кажется, качественно проработано. Что тут в комоде? Я вижу свои ноги, я вижу себя, это отлично. Отлично, когда мы видим себя, прекрасно. Мы можем что-то открыть, взаимодействовать с чем-то. Мы не можем, скорее всего, нам нужно подойти. Мы можем лишь все осмотреть. Библия на кровати. Две кровати разные, раздельные. Это напрягает, родители не спят вместе. Странно, правда? Очень странно. Для меня это странно. Надеюсь, они в хороших отношениях. Ванная комната. Коврик. Не все так идеально. Зеркал нету. Почему зеркала нет в ванной комнате? Лукас. Комната Лукаса. Ого. Вот так мы открываем дверь. Набожная семья. Крест над кроватью. Все скромно, телескоп, это камера, свет, шкаф, мы можем открыть шкаф. Какое взаимодействие, слушай, мне нравится, как это выполнено, одежда. И тут дверь, что тут? Это дверь. Открывай. Ого, вот это красота. Слушай, подожди. Я не посмотрела, что у него на столе. Сюда прорывается свет. Очень странно, да, красный свет? Ничего нету по взаимодействовать на столе. Никаких диалогов. Все только в нашем воображении. Давайте войдем. Замечательно. Замечательно выполнено. Мне, блин, мне нравится. Лука с какой-то девочкой. Что это? Какие-то места... Ну, где вода хранится, или как-то, ну, как это называется-то, я не знаю. Кто-то с кем-то разговаривает. Папа с любовницей, что это? Я подумал, что это папа с любовницей. Отлично, это... О, смотри, дневник. Замечательно выполнен, мне нравится, как она подходит, смотрит. Мы же играем за женщину, это же женские руки и женские ногти. Мы окунаемся в историю. Это классно выполнено. Или мы уже едем? Кто? Боже мой. Стрёмно. Слава богу, он на нас не кинулся еще. Я думаю, такой бы чар-то может просто-напросто раздавить эту машину. Полное молчание. Машины. Заправка. Мы едем, мне кажется, домой, либо мы едем в участок.
остается только догадываться реально, что здесь происходит. Я надеюсь, вам очень хорошо слышно, ну, слышно в игре, в принципе, музыку, атмосферу, потому что именно она здесь является ключевой, я думаю. Ничего нету. Что она хотела сделать? У меня пицца. Мы можем заказать любую, да? Давай посмотрим. Барбекю, маргарита, мясная, рико. Так, машрумс, шпинат. Нет, шпинат нет. Артиколи, пепперони. До свидания. Так, дальше. Чиз, чиз, чиз. Барбекю. Давай барбекю. Блин. Я хочу барбекю. Закрывай. Удивительно. Что в бардачке? Письмо. Надо прочесть. Прочесть. Мария Халперин. Мария Аркетта. Мария, два имени? Что происходит? Здорово. Чё надо? Чё тебе надо? Идиоты. Я могу отсюда выйти? Слушай, как камера наклоняется так в бок. Все, это просто кусок жизни. Это просто кусок жизни. Воу, что-то выпало. Ну так посмотрела, типа, что ты тут вообще сидишь, тварь? Это дело на нее? Странно. Вторник. Спасибо большое за перевод, ребят. Спасибо, спасибо за перевод. Это чудесная игра. Посмотри, посмотри, какой ракурс у камеры. Это просто восхитительно. Я не знаю, что тебе сказать еще. Это как... Реально я головой верчу. Это очень круто. Мне очень нравится, как это выполнено. Если тебе нравится, напиши об этом. Потому что я еще не видела такого в игре ни в одной. Честно тебе скажу. Давай посмотрим его дневник. Лукас. Посетить научный центр обсерватории Кеннон. Итак, это все рисунки, инопланетяне, пещера какая-то, походу это проход именно к той водонапорной башне, наверное, это так называется, да? Я смотрю на себя сбоку. Кто это? Я играю за... За кого я играю? Это я? Что происходит? Неужели я заснула? Я могу ходить во сне? Я не вижу, по-моему, мои глаза закрыты. Я могу ходить во сне. Мои шаги такие... О, воспоминания. Официантка. И да, это смешанные воспоминания. Я могу ходить в собственном сне. И... Удивительно. Эти дети. Кто это? Это мама. Мама ребенка. Она курит. Дети, которые были на заправке, официантка, которая обслуживает в столике в кафе, но все это происходит в этом доме. И... Кто это? Мама рыдает, папа забивает, заколачивает дверь. Просто дверь в комнату, потому что все, ребенок пропал, и он священник. Папа священник. Удивительно. Вот почему они спят раздельно. Вот у меня была догадка. Была догадка. Эта дверь, она светится очень ярким и красным цветом и говорит нам: войди. Войди в эту проявочную. Следующий день. Я не могу пока вертеться. Какой бешено красивый закат. С кем мы? Похож на ребенка, только немного посидевшего. Сбили. Напарница. Это была напарница. Что за сон? 0 часов, 12 часов ночи. Привет, друг. Откуда свет? О. Удивительно.
правда удивительно. Четвертый, третий. На третьем. Участок. Участок, отлично. А, мы спускаемся вниз. Так, мы, походу, с шефом, с каким-нибудь там шефом в одном лифте поедем. Ну, ладно. Только не пукни. Вонять будет. Все подумают на меня. Ладно. Мы находимся, походу, в отделе вещдоков. Халперин. Это Мария Халперин. Письмо мы видели в ее бардачке. Вот здесь она сидит, мы здесь вдвоем. Либо это все дела, либо это служащие архивы, я не знаю, вещдоков. Мы можем осмотреть, что-то найти, возможно, на ее столе. Что мы можем сделать? Она здесь одна сидит. Она сидит здесь одна. Что мы можем сделать? Порыться в ее ящиках. Не знаю. Что тут нам предстоит узнать? Все странно, правда странно, когда диалогов нет, ты только догадываешься. И удивительно будет посмотреть, если вы, конечно, захотите, сделают так, что мы все поймем без слов. Мы поймем все до мельчайших деталей, если это детектив, если это квест, если это триллер. Это... Не знаю, мне это очень интересно. Блин, какая графика? Ты знаешь, она, может быть, не отличается вот, не знаю, от чего-нибудь нашего времени, что я могу представить тебе в пример. Она необычная. Необычная. Мы взяли очки от солнца. Но взаимодействие и вот эта камера мне очень нравится. Мне уже нравится, что происходит в этой игре. Как ты думаешь? Я считаю ее даже красивой. По-своему красиво. Возможно, это не та же Айрис, которую мы все полюбили за то, что она такая необычная и красивая. И спасибо там разработчикам, которые постарались и сделали ее такой необычной за счет своей красоты. Но тут такая своя красота, понимаешь, она именно в движении. Это красота в движении. Я не знаю, как это объяснить. Этот поворот головы, он удивительный тень. Я никогда таких теней не видела в играх. Это очень красиво. Правда. Ого. Может быть, она немножко квадратненькая, но... Ты знаешь, вот так вот мы встали, такая тень огромная. Вот она прям как по всем законам физики, скажем так. Ладно. Мы что-то здесь еще должны найти. Возможно, это будет долгий сейчас процесс, потому что я не знаю, что мы ищем. И мы не узнаем, что мы ищем вообще никогда. Вряд ли тут будут какие-то цели, но... Мы должны что-то просмотреть. Мы уже нашли на очки эту... Неплохо. Возможно, здесь что-то еще. Возможно, мы должны пройти обратно. Кто знает. Я должна была здесь все просмотреть. Мусорки. Очень важно. Бумажки. FBI. Наша фотка. Это девушка, да, с синими волосами. Мы с синими волосами, если кто не заметил. Хорошо. Наверху ничего вроде бы нет. Доска расследования. Давай... Ой. Вот это вот лотки, они мне... Прям приглянулись. Ладно. Очки самое главное взяли. Может быть, мы сюда и пришли за очками. Это важно? Неужели очки это важно? Они что-то символизируют. Они явно что-то символизируют. Я в восторге. Я сейчас нахожусь в реальном восторге. Ты не в восторге? Я не понимаю. Блин, ну посмотри, какая она. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, ничего необычного. С графикой. Но я вижу, как люди постарались сделать из нее что-то невероятное. Добавить ей какую-то изюминку. И у них это получилось. Мне это нравится. Я могу открыть двери, а выпустить меня отсюда. Я не могу, к сожалению, открыть двери. Я могу смотреть на бесконечные коридоры. Я как будто живу жизнью сейчас. Я не играю. Я как будто живу это. Вот это удивительно, понимаешь? Вот эта самая изюминка, которую добавили разработчики. Мне даже создается впечатление, что я здесь и не была. Ничего нельзя потрогать. Нам ничего здесь не нужно. Может быть, мы можем зайти в этот склад? Почему этот склад такой, ну, темный, что ли, в пустынном месте находится? Что тут? Что мы еще должны найти? Возможно, мы должны присесть. Вот, ожерелье. Открой. Кто там? Сын? Женщина? Это женщина. Бросила. Дочь?
Иногда она сама разворачивается. Она просит выйти. Это была дочь, скорее всего. Прости, я не хотела. Я понимаю, это трудно, и она... если она с нами, если она напарник в нашем деле... Я думаю, ей очень трудно его расследовать. Поскольку, походу, она просто лишилась дочери. Как я понимаю. Ее очки. Она попросила нас взять очки. Забрать очки. Прекрасно. Давай спустимся. Аккуратно. Ты посмотри только на это. Удивительно. Я как будто реально, я как будто нахожусь, я не знаю, в очках виртуальной реальности. Я не знаю, как тебе это описать. Я в восторге. Очень жаль, что я не знаю, может быть, YouTube испортит качество или все представление порчу я об игре, но я не знаю, что тебе сказать. Если бы, ну, вот реально, такое ощущение, что я нахожусь в очках виртуальной реальности. Как красиво. Паренек обустроил себе место. Либо он нашел его и пытался этим что-то сказать. Наш детектив находится в такой же растерянности, как и мы. Доски. Кто здесь был? Свечи. Какое приятное место. Банки. А ребенку сколько лет? Это подросток? Здесь тусовки проходили, мне кажется. Дети устраивали здесь. Какие-то тусовки. Я могу пройти, но... Что-то здесь должно быть, что я должна найти. Какую-то маленькую деталь, окурок. Это все не то, это все не то. Граммофон. Удивительно. Просто удивительно. Свеча. Бутылки алкоголя. Кепка. Это кепка, походу, того парня. И мы взяли как улику. А дальше? Дальше ничего. Дальше стоит посмотреть, что там. Стоит ли отломать? Это птица. Контрабанда. Или что это? О, похоже, это контрабандисты здесь. О, боже. Парень нашел это место. Стоит только догадываться. Я сейчас играю в демку, но мне уже безумно интересно. Возможно, все не так, как я думаю. Птичка. Ручная. Она даже не пытается вырваться. Беги! Черт. Подними. О боже. Вирджиния, мы поиграли с вами в демку. Яркое красочное оформление, невероятное. Невеянное очарованием небольшого американского городка и пригорода штата Вирджиния. Фантастическое путешествие, дополненное насыщенным сюжетом и запоминающимися персонажами. Оригинальный мрачный детектив в стиле Twin Peaks, Фарго и настоящий детектив. Если кто смотрел Фарго, настоящий детектив, Twin Peaks я не смотрела, а вот мой компьютер заревел и заорал. Советую посмотреть. Если это действительно в стиле этих сериалов, то это будет замечательно. Я с удовольствием поиграю. Анимационные вставки, которые погружают игрока в сюжет, повествуемый в стиле фильма. Это замечательно. Ребятки, будем играть в Вирджинию? Ну-ка голосуем быстренько. Пишем в комментариях, лайкаем. Делаем все возможное. А я лично очень хочу в нее поиграть. Вот. Спасибо вам большое за просмотр. Давайте проверим, кстати, продолжим. Мало ли, короче... А как мне продолжить? А, ну, собственно... А, подожди, мы продолжаем или что? Подожди. Мы не продолжаем. Наверное, нас сейчас обманут и выкинут в меню. Да, нас выкинут в меню. Ну, а, ребятки, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. И всем до следующего видео. Всем пока.